Всем привет! Хотел бы немножко рассказать вам вот про такую станцию. Моторола SL1600 называется эта радиостанция. Выглядит приблизительно вот так. Она имеет довольно тонкий размер. Заряжаться она может как в стакане, вот так вставляется в стаканчик просто и заряжается, так и через USB, микро-USB, вот как в телефоне, то есть, грубо говоря. Через этот же разъем она и программируется обычным кабелем от телефона. Значит, SL1600, это цифра аналоговая радиостанция. В отличие от SL4000, она более такая брутальная. Антенка у нее, я думаю, эффективнее, потому что она больше размерами, чем у 4000 серии. Мощность у нее в цифровом режиме 1,3 ватта. В аналоге 2 ватта заявлено мощности. Значит так, что еще про нее можно сказать интересного? У SL4000, например, у нее нет аналогового режима. Но она более такая нежная, то есть сама по себе 4000 станция. Поэтому как бы все-таки SL1600, она более надежная. Она более так, вот с ней можно работать, получается. Ну, скажем так, на улице, где-то в походах, она очень хорошо работает с репитерами, скажем так. SL4000 тоже станция отличная, спору нет. Но она более для таких тепличных условий, ну, работать дома через хотспот, например, ну, как бы отлично. SL4000 принимает талкалес, то есть позывные приходят с хотспота. Что еще? Ну, сейчас речь не об SL4000, а об SL1600. Значит, вот она станция SL1600. У SL1600 есть разные УКВ антенны. Вот эта антенна у меня 420. Не знаю, сейчас тут сфокусируется. Ну, неважно. 420-445 мегагерц. Скажем так. Я ее докупал отдельно, потому что родная стояла на ней от 400, по-моему, 35 мегагерц. Немного не в резонанс, скажем так, в радиолюбительском диапазоне. SL1600, значит, каналы переключаются таким переключателем сверху, звук сбоку, плюс-минус. Имеется кнопка, на которую можно запрограммировать разные функции. Кнопка два режима имеет, короткое нажатие и длинное. Ну, давайте сейчас включим радиостанцию. Вот мы ее включили. Она имеет индикатор. И индикатор такой, как бы, ну, так интересный такой, скажем так, дисплей. Такой вот, это был мой позывной. Такой дисплей точечный, вот заряд батареи. В нее также можно установить звуковые файлы всякие. Она будет проговаривать голосом. Можно свои файлы установить. Можно предустановленные, английский, там, немецкий, любой язык. Значит так, и на каждое нажатие будет она реагировать. Станция имеет на борту функцию выравнивания звука. Если работаешь с репитера, например, да, ой, не с репитера, если работаешь в сетях ДМР, как бы, ну, у всех разный звук на станциях, усиление микрофона. И поэтому обычно на станции ДМР, когда ты работаешь в сетях ДМР, надо постоянно крутить ручку звука, делать то тише, то громче, то есть. У Motorola станции есть такая функция выравнивания звука.
То есть она всегда стабильно работает на одном звуке. Кто бы тише ни говорил, кто бы громче, Моторола тебе выдает всегда один средний какой-то звук получается. Так и здесь есть. Но эти функции, они докупаются отдельно. Лицензия выравнивания звука вроде где-то стоит приблизительно $15. То есть ты ее покупаешь и как бы... ну и активируешь. И у тебя есть выравнивание звука получается. Вот сейчас давайте попробуем, может быть, эхо-проверочку такую немножко устроить. Из машины, не знаю, сейчас вот снимаю видео в машине, сработает оно или нет. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции. Все прекрасно срабатывает. То есть также можно сюда помимо, ну, ID вбиваешь, понятно, записная книжка есть большая. Из 4 символов вбивать, значит, в контактах, ну, название контакта. Как правило, это позывное, либо ты можешь именем пометить, как бы 4. Так, зазвонил тут телефон случайно. Надо было ответить. Продолжая наш разговор, значит, про станцию SL1600 Motorola. На эту кнопку можно настроить много всяких функций. То есть там можно добавить, убавить с функции кнопки. Там, по-моему, 9 позиций можно на кнопочку добавить. Сейчас у меня здесь, значит, на кнопке получается мощность. Это у нас ARU. Это подсветка. То есть это звуки. Это еще звуки. Это голосовые звуки. Там звуки все радиостанции получается. Много не добавлял на кнопку. Аккумулятор, значит, здесь литиевый, по-моему, 2200 мАч. Заявленная, значит, у нее по работе 12 часов в цифровом режиме или 13, в аналоговом, по-моему, 11. Она может работать, как бы. Батарею вот всегда можно проверить таким образом. Ну, в общем, станция неплохая, то есть мне она довольно понравилась, что она, во-первых, в отличие от Motorola профессиональных, здоровых, она имеет небольшие размеры и как бы в кармане она лежит и совсем не напрягает. Вот сейчас я ее беру с собой, как бы, то есть, ну, она со мной везде ходит, в кармашке лежит, я как бы, репитер у нас город хорошо покрывает, то есть спокойненько с нее работаю, то есть без всяких проблем. Что еще надо, грубо говоря, то есть, ну, вот тебе и Motorola, вот тебе и все функции на борту. Ну да, в аналоге звук может быть не сильно звонкий, как люди там некоторые говорили, что ой, в аналоге там, хотя мы проверили, то есть в аналоге она работает нормально. Сейчас можем попробовать в аналоге как бы кого-нибудь спросить, может кто-то ответит что-нибудь вот именно в аналоге на репитере. Всем, Елена Ульяна первая, Анна Елена радио, прием. Ребят, дайте кто-нибудь проверку, радиостанцию проверяю. Ну, может, никто и не ответит. Всем, Елена Ульяна первая, Анна Елена радио, прием. Один Анна, Елена Анна. Или я что-то неправильно говорю. Спасибо. Добрый день. Да, добрый день.
Ну, я Владимир из Уруча, скажем так. Сейчас нахожусь в районе Новинок. Репитер тут не очень далеко, поэтому прямо из машины так вот с портативки тут вещаю. На приеме. Да, Владимир, все прекрасно принято. Здесь 857-й. По показометру даже 5-9 с плюсами идете. На приеме. Ну, всем добрый день, здесь ЕВ1 БЗ, друг мобильный. Так, вот тут пошла уже движуха. Ну, в общем так, как бы вот человек, в принципе. БЗ, Елена Ульяна, 1, Антон, Елена Анна. А где территориально прием? Ну я, да, день добрый. Так, Ленина, коммунарка. Коммунарка. А, принято. Ну, если. Человек вот отметил, что все работает четко, в аналоге, в принципе, через репитер, с машины сижу. Но он не так, чтобы близко, он где-то отсюда 5 километров от меня, поэтому, ну, может, 4. Но все-таки из машины, из такой антенки, и никаких шумов, помех, ничего не скрипит. Да, там говорили, что, может, модуляция какая-то там тихая, в прошлый раз я помню. Но я по микрофону усиление добавил, то есть в этой станции. И вообще тут просто никаких проблем. То есть, ну, это настолько удачная такая станция, мне она так понравилась, что даже не знаю, то есть, как бы так, редко мне. Ну, не то, что редко, много чего, в принципе, нравится. В основном мне нравятся радиостанции фирмы ЕСУ. Моторола, конечно, несомненно, тоже, тем более. Моторола более профессиональная такая связь. Ну, тут как бы вот эту станцию реально рекомендую к покупке, скажем так. Стоит она где-то, ну, стоит она недешево. 30 тысяч где-то российских рублей новая станция. У нее в комплекте идет такая клипса, назад одевается на всю станцию. И обычно идет зарядный блок питания вот сюда. То есть стакан обычно надо докупать отдельно. Ну, стакан стоит где-то долларов 24, может быть, на Алиэкспрессе, типа оригинальный. Ну, может, он и оригинальный, там от стакана требования небольшие, то есть, ну, он не импресс, ничего, поэтому с Алиэкспресса вполне себе нормальный стакан. Ну, вроде там еще продаются в Москве где-то там на каких-то фирмах тоже стаканы есть, можно спокойно. Стакан, в общем, это для этой станции стакан купить не проблема. Звук у нее очень громкий, то есть довольно запас по звуку такой большой. Соответственно, по усилениям микрофона тоже можно там накрутить так, что люди глохнуть будут. То есть, ну, реально, будешь так громко проходить, что будет перемодуль, скажем так, даже. Поэтому надо с этим не баловаться. Ну, если даже кому-то громко, есть функция ARU. Всегда ее раз нажал, и уже ты проходишь не громко, то есть, ну, а проходишь звук такой, ну, нормальный, скажем так. Ну, мне немножко САРУ не хватает, потому что мне кажется, что он не сильно, ну, хотелось бы чуть больше. Поэтому он настроен, то есть, скажем так, без АРУ. Ну, всегда можно включить АРУ, если кому-то громко, еще раз говорю, и будет работать оно тише. Ну, что еще можно сказать про эту радиостанцию? Есть у нее небольшой нагрев, то есть, когда работаешь с нее, вот тут сзади она чуть-чуть греется. Так как эта радиостанция маленькая, сюда ее запихали в корпус в этот, она не имеет никакого алюминиевого шасси, у нее она просто пластмассовая. Поэтому теплоотвода такого, как бы, его нету. Имеет защиту от брызг, она, по-моему, там какую-то IP, может, там 54. Сейчас уже точно не помню. В принципе, такого дождичка небольшого она, ну, то есть, не боится. Можно так. Ну, лучше не мочить, конечно, технику. Еще мне нравится, что у него вот есть такой дисплей точечный. Это очень прикольно. И что на нем отображаются позывные, то есть группы, контакты. Вот, то есть, ну, как бы раз такое вот дело. Минск, то есть, ну, как бы
прикольная станция, ничего не скажешь, то есть, ну, отлично, в цифре вообще хорошо работает, четко слышно и тебя, и корреспондента, ну, это Моторола, как бы. Ну, ладно, не буду долго тут мозги выносить, спасибо, что если кто-то смотрел, слушал, редко я тут появляюсь. Нету особо времени заниматься обзорами какими-то станций. Кому-то это вообще не нравится, типа, а, вот какой-то там этот. Не рассказал там чего-то там еще дополнительного. Там некоторые жалуются, что все что-то говорил, а чего-то там не рассказал. То есть, ну, бывает всякое. Ну, как могу, так и рассказываю. Поэтому, кому интересно, ну, можете посмотреть, а можете не смотреть. Дело ваше, то есть, ну, я не особо такой, как бы там, паяло, как говорят. Не, ну, паять, конечно, могу, то есть, ну, не сильный такой специалист. Спасибо.